Мы получили очень глубокое впечатление от посещения Нимая Пуратхамы. Я сегодня утром молился Прабхупаде, чтобы он как-то мне дал почувствовать присутствие его здесь. И это произошло, даже больше, чем я ожидал. По милости Гобасвами Прабху, он раскрыл свое сердце для нас. Прабхупаде рассказывал, показал, как он живет, рассказал историю этого места. Мы получили очень глубокое впечатление здесь. Это место паломничества. И его нужно развивать. Прилагать усилия, чтобы место развивалось. Сюда могут русскоязычные преданные приезжать, заниматься служением. Также с Европы преданные могут приезжать здесь, все условия для этого. То есть думайте об этом месте, чтобы Прабхупада хотел, чтобы это место развивалось. Тут заложена настоящая духовная основа. То, что могу сказать. Я буду также расскажу об этом месте в России. Что здесь целый замок, романтическое место. По ночам привидения ходят. Повторяют Харе Кришна. Я что-нибудь придумаю, расскажу. Я расскажу, как Гопасвами Прабху живет, никто не поверит. В его хижине сегодня было 21 человек. 23 человека. Было раньше 20, сегодня 23. И никто не хотел уходить из этой хижины. Все хотели остаться там жить. Вот, я думаю, что со временем мы пригласим его в Россию, чтобы он поделился вот этот дух тоже. Дух — это простой жизнь, возвышенного мышления. Сейчас преданно стремятся к богатству. Вот так. Ну, для Кришны, конечно. Но мы вот покажем еще эту сторону. В общем, мне будет что рассказать о Франции в этот раз. И это все произошло по милости Матхи Мандакини. Пригласила нас, устроила всю эту поездку, машину устроила, весь комфорт для нас устроила. Она очень заботится о русских преданных, очень заботится, много делает для России. Она спасает многих преданных. Своей материнской любовью, Прабхупада, у нее вот исходит. Знание Прабхупады, ее любовь к Прабхупаде, служение. У меня сердце наполнено таким счастьем всегда. Эта поездка была особенной. Ну и Франция подает надежду через 30 лет депрессии. Да здравствует Франция! Vive la France! Дай горы преподобные! Vive la France!